Пирог можно готовить не только на бисквитном тесте, но и на дрожжевом. Этот рецепт очень легкий, а пирог, приготовленный по нему, может долго не черстветь благодаря высокому количеству орехов в тесте. В этом рецепте вы узнаете, как приготовить дрожжевой пирог с орехами. Его с легкостью можно назвать и кексом. Он получается очень мягким с легким ароматом орехов. Вы можете использовать вместо изюма сухофрукты или цукаты, а также заменить миндаль на другие орехи. Тесто нужно обязательно обмять после того, как оно поднимется, чтобы пирог вышел воздушным. В моей семье очень любят этот пирог, советую вам приготовить его по этому рецепту. Список ингредиентов в конце видео. 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты, они должны быть комнатной температуры, муку необходимо просеять. 2. Добавьте в муку соль, измельченный миндаль, сахар, все перемешайте. 3. Добавьте разведенные в молоке дрожжи. 4. Взбейте венчиком или миксером яйца, отправьте к ним сок лимона и цедру, добавьте эту массу к мюлкее. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Добавьте сливочное масло и замесите тесто, можете воспользоваться миксером с подходящей насадкой. 6. Оставьте тесто подходить в теплом месте. 7. Когда тесто первый раз подойдет, увеличится примерно в 2 раза, добавьте в него изюм, перемешайте. 8. Кольцевую форму смажьте жиром и посыпьте орехами, выложите тесто в форму и дайте ему еще раз подойти в теплом месте, так оно должно выглядеть перед выпеканием. 9. Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке 75 минут. Кекс готов, приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Нам понадобится: изюм 200 грамм, сахар 250 грамм, мюка 500 грамм, миндаль измельченный 150 грамм, масло сливочное или маргарин 250 грамм, цедра лимона 1 штука, яйца 4 штуки, лимонный сок 4 столовые ложки, дрожжи 15 грамм, соль 1 щепотка, молоко 1/8 часть литра, количество порций 6-8. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусняшки моего канала. Пока-пока!